Всем салют, я начинаю играть в новую игру. Это игра, которая называется Шанк. Должен сказать то, что, как обычно, я никогда раньше в нее не играл. Мало чего про нее знаю, не скажу, что ничего. Но знаю, что это 2D... Короче, я иду направо и всех убиваю. Вот, все, короче, нечего тут объяснять. И буду играть я через контроллер от Xbox 360. Начинаю. Давай на нормальном, что не буду себя там корчить никого. Надо, кстати, раздуплиться с управлением. Я там поклацал в настройках. Там было написано управление, там вообще, короче, жесть. Я буду молчать. Посмотрим историю. Эйва. You a fight, Van? Not of this wrestler. I heard you were dead. You heard wrong. I hate to be wrong. Get him. Угу. Так, ну, что надо еще сказать? Надо сказать то, что тут нету русского языка, есть русификатор, но там ребята пишут то, что если его установить, то тогда они будут давать ачивки. Поэтому нахрен этот русификатор? Так всем понятно. Давай тогда что? Что чем нажимать? Ага, это вот так вот. Это стрелять. А патронов у меня бесконечность, да? О, это пила. Прикольно. Ага, эта штука вот так вот делает. А эта штука кидает гранаты. Я понял. А как менять оружие? Как менять оружие, скажи? Ну вот, звук есть, но я ничего не вижу. Ничего не происходит. Ну, окей, так. Окей, давай, пошли. Я так могу стрелять вообще, по сути, до бесконечности, да? Патроны у меня никогда не закончатся. Вот ты говоришь, вот нажать эту кнопку, но как ее нажать? Я ж не понимаю. А, о, это я типа в захват так иду? Вау, подожди. Надо разуплиться хорошенько. Надо хорошенько разуплиться. Это вниз просто. Ну, а что не так? Я ж нажимаю вниз. А, подожди. А, наверное, нажать вниз и какую-то кнопку, да? Сейчас. Блять, не так. Почему вот они выбрали... А, вот так вот. Ага, все, я понял. Очень как-то тупо и странно, но ладно. Shane is back. Whoever kills him will have my gratitude whoa. And a handsome payout. Но пока что вроде более-менее как-то интересно, что ли, да? Но чуточку непонятно. Да блять! Надо взять пивко, взять пивко. Возьми пивко, спасибо. Воу. Как-то я не понимаю, честно. Вот в чем прикол? Я могу и стрелять, и рубиться, но чересчур просто. Пока что. Может быть, мне просто это кажется. Да, мне походу это просто кажется. Воу, блядь, ты чего? Ага, значит его нельзя так делать, да? Хорошо, я запомню это. Я запомню, что на него нельзя кидаться. У
Бля, ты чего? Тут, наверное, наверняка же есть еще всякие комбо, да? Крутые. Ага, ну это я понял. А, еще раз надо прыгнуть. Окей. Мне ж не обязательно его добивать прям до конца. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу, ты чё, ты почему так, ты такой жестокий ко мне? Скажи. Блин. Так, надо мне отхилиться немножко. Подожди. Все. Прошли. Just getting started. Ага. Это типа мы прошли мини-обучалку. Это было просто мини-обучалка. Вот так, а поэтому, наверное, было так легко. Потому что... Эй. Воу. А тут уже все не по-детски, да? Все серьезно. Все пиздецки. Что-то у меня плохо получается, да, походу? Ну ничего. Я раздуплюсь, я вас всех поломаю. Тарантино, вы такие, Тарантино. Так, это я понял. Ой, блядь, я гранату нечаянно кинул. Мне надо бы попить, потому что мне скоро будут вафли. Во, а как он так уклонился, скажи? Я тоже так хочу уклоняться. Взяли гранат, значит, они мне сейчас понадобятся, да? Скорее всего. Что, волран? Окей. Легко и просто. Вау, я прям так круто все это сделал. Эй! Прикольно. Мне пока нравится. Хоть не совсем понятно с управлением, надо привыкнуть, надо разуплиться, что где как делает, а в целом все замечательно. Что начинается? Эй, ты чего? Блять, подожди. Эй, а, не на того напрыгнул. Фак, да почему ты тупишь, скажи? Я гранату хотел кинуть, вот что. Я понял, вот эта кнопка это блок. Все. А это хорошо, кстати, что я разуплился. Какой кнопкой блокировать? Блять, нет, не раздуплился! Фак, иди нахрен, скажи, вот почему ты меня раздражаешь и бесишь? Ой-ой-ой, я так долго туплю, что меня сейчас, походу, немножко прикончат. А, мы их всех зарешали, но главное пивка выпить. Так, давай теперь я посмотрю. Это что делает? Это блок. Это нападает. А это... Ага. Это нападает. Это типа хватать. А это прыгать так. Все, понял. Может быть. Но не факт. Ну, все сложно прыгнуть. Если было четко написано, что какой кнопкой нажимать... Я разберусь сам. Клетки. Вот если честно. Воу. Если честно, сюжет не совсем мне понятен. Воу.
Ну как бы я типа там выжил, я типа выжил и должен его убить, потому что, блядь, потому что он меня когда-то раздражал, да? Воу, прыгай, прыгай наверх. Давай, что меня нажимать? Пофиг что, да? Его и так стреляет. Хорошо. Тихо. Опа! Смотри, как я красиво умею! Как я красиво умею! А, блядь, почему ты в воздухе стрелял? Вот, блядь! Ой-то-то-то! Нет! На, вот так вот. А, насколько я знаю, мне Женя сказал, что в игре всего 8 глав, а и каждая глава где-то по 10-15 минут, я так понимаю. Фак, лососни! Ну! Ага, я его не могу взять в клинч, потому что он чересчур крутой для меня, он чересчур большой. Да не в ту сторону ты... Да ты не в ту сторону стреляешь! Ой-ой-ой-ой! Сейчас мы его уже добьем, да? Сейчас мы его достреляем, совсем ему чуточку осталось. Блять, да вот и не в тему он мне сделал. Да, оп. И пока. И мы закончили первого босса, я так понимаю, да? Это что у него? А, это, блядь, не тот был? Это не то. Я убил не того! Я убил не того! Вот неудачник-то, бедный чувачок. Try the meat district. You can take the train to... I know where it is. Ага. Окей. Тогда что? Вот начинается уже, типа, вторая какая-то глава, вторая серия, или я не знаю, что, как, куда. Но я тогда закончу эту серию. Всем вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь там, так далее, комментируйте. Увидимся в следующей серии. И всем вам пока.